Так, ребят, давайте сразу же я начну, без прелюдий, да, параллельные воплощения. Мы никогда не затрагивали эту тему, и эту тему я очень долго не хотела затрагивать и на ретритах. Но вот этот ретрит, который у нас проходил на Алтае, там были ребята уже не том, что подготовлены к этой теме, но каждый ретрит ребята всегда по запросу приезжают. То есть не бывает такой один с одним запросом, другой с другим запросом. Это все складывается вне зависимости от вашего восприятия, вне зависимости от вашего понимания. Это складывается единое поле совместным запросом, с единым запросом. Вот. И на этом ретрите мы очень часто, вернее, не часто, а так получилось, что большинство ребят скрывали через другие миры. Большинство девчонок скрывали либо через параллельный мир мертвых, да, так назовем, да, Лену, если кто у нас есть, и здесь есть ребята, которые были с ретрита. Вот. И с прошлых жизней. То есть мы все прекрасно понимаем, что прошлые жизни, мы очень часто бывает такое, что мы как дежавю, либо какие-то вот эти вот вспышки, проходящие, приходящие. Как будто ты это знаешь, но до конца не понимаешь, что же со мной происходит. Такое ощущение, что ты первый раз видишь там какой-то пиджачок, одеваешь, и тебе в нем так удобно, ты понимаешь, что он какой-то родной, но вроде как уже и не модный. И вот это вот состояние, оно присутствует очень часто. И это как раз то состояние, когда я уже неоднократно говорила, что мы не умираем, у нас нет смерти. И смерть мы боимся только тогда, когда мы не ощутили жизнь. Но когда мы ощущаем эту жизнь, когда мы ее полностью принимаем, я даже не могу так сказать, да? Когда мы идем в смерть, смерть себя через физическое тело, это клинические смерти. Когда мы идем в смерть себя духовной составляющей, я бы так сказала, да, когда твое физическое тело, с ним все хорошо, а ты тотально умираешь. Причем эта смерть, я уже не раз говорила, что она с каждой глубиной тебя, она все время происходит. Если первую смерть ты ее воспринимаешь тотально, это для тебя что-то новое, что-то необычное. И вот эти вот непонимания, то есть тебе настолько без разницы, живешь ты или нет. И в определенном состоянии очень часто бывает такое, что может, это не афишируется, но, наверное, я бы так сказала, что 70% людей, которые не пробуждаются и просветляются, они уходят из этого мира. Тело не выдерживает этих вибраций. Это может быть инсульты, инфаркты, все что угодно. Либо это такое состояние, когда у тебя напрочь отсутствует какие-то моменты страх, и ты можешь спокойно там, я не знаю, там выйти с 12 этажа, выйти из машины на ходу. То есть это не потому, что я сейчас покажу всем, а четкое понимание, что ты зашел в этот кинотеатр, где ты этот фильм уже видел неоднократно. И ты понимаешь, что это не твое, зачем ты вернулся вот в это вот состояние, в
в эту жизнь,